НАТО усиливает воздушную защиту в Центральной и Восточной Европе. Завтра в страны Балтии Альянс отправит 12 истребителей, по 4 из Польши, Великобритании и Дании. В НАТО объясняют, укрепляют свое военное присутствие в регионе вследствие обострения кризиса в Украине. Усиление миссий в странах Балтии, у которых нет собственных ВВС, произошло впервые за 10 лет.